митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в пятницу совершил литургию прежде священных даров в воинском храме в соборе Архангела Гавриила. За богослужением молились родственники военнослужащих, которые участвуют в военной операции на Украине. Соборные молитвы возносились о здравии воинов, которые выполняют боевые задачи, и упокоении тех, кто до конца исполнил свой воинский долг. У нас в Екатеринбурге есть замечательный храм. Храм в честь Архангела Гавриила. На следующий день после Благовещения, Благовещение обычно бывает 7 апреля, на следующий день мы вспоминаем того, кто совершил благовестие Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила. И он, как и Архангел Михаил, является покровителем в том числе тех людей, которые служат Родине, служат Отечеству, служат нашему народу. Архангелы сохраняют людей, и воины тоже этим же занимаются. Подробности этого события давайте узнаем прямо сейчас. Для этого переносимся в Екатеринбург. Связь с нами выходит настоятель воинского храма в Екатеринбурге Иерей Сергий Кунгуров. Добрый вечер, отец Сергий. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, об особенности вашего храма и богослужения, которое прошло накануне. Да, сегодня у нас было богослужение, за которым приходили военнослужащие, участвовали в богослужении. Многие из них исповедовались, причастились. И также приходили и матери военнослужащих, и их жены. Нужно вообще отметить, что сейчас вот семьи военнослужащих очень часто стали приходить в храм и так сердечно, глубоко молиться о своих воинах. Вот сегодня была такая служба, ее возглавил наш владыка, да, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. И всем ободрил тоже всех военнослужащих и их жен, матерей. Это очень важно сейчас, да. Много ли было родственников наших военнослужащих, которые сейчас исполняют свой долг перед Родиной? И как вы их поддерживаете в это непростое время? Всех родственников одновременно собрать сложно, потому что у всех семьи, дети, работа, домашние заботы. Ну, сегодня вот я лично видел своих прихожан, 5 человек, 5 матерей, из них есть жены. Вот именно те матери и жены, солдаты и воины, которые сейчас участвуют вот, в спецоперации на Украине. Молились, причащались все. Расскажите еще о значимости, как вот вы оцениваете, насколько нужен ваш вот воинский храм именно для такого небольшого городка, что это такое, много ли у вас прихожан? Видите, у нас храм, да, воинский, он находится на гражданской территории, в непосредственной близости от воинской части. То есть в него могут приходить и гражданские лица, и военнослужащие. Храм действительно обретает большую значимость и важность вот в нашем районе, в нашем военном городке. Туда приходят за молитвенной поддержкой и помощью не только семьи, и сами военнослужащие, срочники, которые у нас есть договоренность с командованием воинской части, и военные, солдаты-срочники приходят по праздникам, по воскресеньям, стоят на богослужении, исповедуются, причащаются. И вот даже мы, есть такая практика, раздаем листки с молитвами, 33-й псалом на божественной литургии, и они все поют. И это очень удивительно, и такого редко где можно увидеть. Военнослужащие все вот так вот, не по приказу, а по хотению своего сердца поют вот эту вот молитву, псалом. У нас есть на страничке ВКонтакте нашего храма, можно посмотреть. Спасибо вам огромное, что уделили время с праздником, в раз, отец Сергий.